Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Honor Magic 5 Lite. И сейчас я покажу вам, как поменять дату и время на данном устройстве. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, после чего проходим в раздел «Система обновления». Здесь мы выбираем дату и время. Далее отключаем автонастройку. И теперь мы можем вручную выбрать дату, выбрав день, месяц и год. И вручную мы можем выбрать время, выбрав часы и минуты. И на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.